Итак, друзья, всем привет! Сейчас расскажу, как обновить Яндекс браузер. Ну, во-первых, сейчас за камерой у меня не видно. Здесь вот видите три полосочки. Это нажимаем на них настройки Яндекс браузера, заходим в дополнительно и в самом низу предпоследняя ссылочка о браузере. Ну и все. Вот здесь вот уже необходимо просто доступно обновление для установки в ручном режиме. Здесь вначале был у меня поиск, да, можно нажать поиск, но я уже сюда заходил, он, видите, уже сам нашел, и теперь мне уже предлагает просто обновить. Нажимаю обновить, и вот, собственно, и все. А также, друзья, сейчас давайте, нам потом предложит браузер перезагрузить браузер, насколько я понимаю. Перезагрузиться. Выполняется обновление браузера. Ну и перезапустить. Вот видите, сам теперь включается. И все, у нас новый браузер, версия 28.2.94.64 bit. И идет, как слышите, тут какая-то реклама идет. И идет проверка опять обновлений, но она уже, вы используете актуальную версию браузера. Также, друзья, надеюсь, вам видео было полезно. Значит, ссылка на Яндекс браузер в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.